Опа, вот и подружание у нас. Найс. Такого же цвета почти. Всем хелло, ребята! Сегодня мы снова в гараже и будем делать очень важное приготовление. Сегодня мы меняем вот эту жидкость. Какая называется? Омыватель стекла. Очиститель стекла. Такое купил, вбили вчера за двадцатник. И мы его вольем вот сюда. Кого-то сбили. Короче, вольем мы вот сюда и посмотрим. Тут какая-то жидкость стала непонятного цвета. Такого было, помните, красного. Сейчас на кого-то подозрительно коричневого. Но это детали. Масло на уровне держит. Больше вроде бы не кипит даже. А что еще? Тормозуха тоже вроде есть. Это я даже не знаю, что. Напишите в комментариях. Может, тоже поменяю. Ну и все, собственно. Сегодня, к сожалению, без штатива, но так вот попытаюсь слить стаканчик. Тут была какая-то просто вода. Вряд ли это спирт. Вот. Поэтому выливаем его просто. Нет. Не улетай. Ну, все, собственно. До капли. До последней капли. Не знаю, что это за жидкость. Ну, похоже на порошок. Но ничем вообще не пахнет. Поэтому. Вот так вот. В общем, тут даже есть спирт. И она до минус 21 градуса держит. Так что хорошая вещь, наверное. Будет хорошая водичка. Да. Надо бы какую-то лейку найти, но мне впадло. Конечно, одной рукой заливать не очень, но зато будет мыло. Порошочек и наше стеклышко. Будет небесно голубым. Тоже как она. Точно есть спирт. Ну, красота. Что я там чуть-чуть разбил, походу. Ну, почти 1 литра. Тут, наверное, на 2 литра бачок. Ну, вот так вот. Думаю, его надолго хватит. Так что будем радоваться. Сейчас потестируем. Такая, конечно, пыль хорошая. Вам нужно увидеть. Что-то его видно, не знаю. Да, ну. Ну что ж, протестируем. Как же она работает? Ну все, все. Все, она старая идет. Щетки старые, не меняли. Чуть царапает, наверное. Придется поменять. Ну, неплохо. Идеальная машина для шопинга на парковке АТБ. Вот так вот. Идеально вписывается. Это все. Все.